Всем привет! Делаю видеообзор двухспального дома на Мэнаме. Хороший такой резорт, приятные домики. Давайте смотреть. Нахожусь в первой спальне. Спальня очень большая. Видим двухспальную кровать king size. Есть рабочий стол. Москитные сетки есть на всех окнах. Это хорошо. Видим, есть два шкафа. Это тоже замечательно. Вот там находится кондиционер. Также есть еще напольный вентилятор. И вот тут находится зеркало. Спальня просторная, приятная, чистенькая. Все хорошо. Давайте смотреть дальше. Попадаем в гостиную. Смотрим в гостиную, кресло, угловой диван. Там еще какое-то кресло есть, журнальный столик, неплохой телевизор. HDMI и USB присутствуют. Также есть дополнительный еще вот такой вентилятор. Вот там какие-то полочки. В принципе, все хорошо, все нравится, замечательно. Неприятных запахов нет. Мебель, конечно, немножко подустала, но все же все, в принципе, на уровне. Давайте посмотрим вторую спальню. Вторая спальня выглядит также хорошо. Она меньше, но здесь есть большая кровать king size. Видим, есть большой вот такой шкаф с зеркальными дверями. Вешалки, полочки. Замечательно. Так, давайте посмотрим кухню. В кухне мы видим обеденный стол, 4 стола, замечательно. Кухня хорошо укомплектована, газовая плита двухкомфорочная, есть вот такая вытяжка, море посуды, микроволновка, блендер, чайник, тостер, все замечательно. Хороший двухкамерный холодильник, и вот там еще кофеварка, еще какая-то кухонная утварь. Все здорово. Есть, кстати, москитная сетка на окне. Так, санузел. Санузел выглядит также неплохо, грамотно, поддон, шторка, нагреватель, отлично, раковина, и тут находится унитаз, замечательно. Там выход на задний дворик, там в принципе ничего интересного. Так, давайте посмотрим, как выглядит терраса. Терраса выглядит замечательно, много зелени, хорошо, есть сушилка для белья, вот такие вот деревянные скамьи. Стол, пепельница, все хорошо. Вот там еще есть, кстати, натянутые веревки для сушки белья. Резорт приятный. Вот там находится бассейн. Бассейн тоже хороший, много отдыхающих здесь, кто купается. Много зелени, хорошая хозяйка, удачное расположение. Поэтому я рекомендую обратить внимание на этот резорт и на этот домик. Всем спасибо за внимание, всем пока.